Приветствую вас, друзья, на связи Евгений Назаров. И в этом видео мы поговорим о том, как заказать e-mail рассылку у сторонних авторов e-mail баз на сервисе Infuse. Я буду делать рассылочку на данный лендинг. Ну и давайте посмотрим, какие же шаги я предпринимаю для того, чтобы заказать e-mail рассылку. Для начала нам нужно добавить письмо. Для этого мы переходим в мои материалы. Письмо, которое будем отсылать по e-mail рассылке. Далее нажимаем на «Создать письмо». И давайте я сейчас открою шаблон. У меня уже есть готовое письмо. Я копирую нашу тему. И также копирую текст. После этого нам нужно добавить, соответственно, ссылки. Мы выбираем место ссылки и нажимаем на значок «Вставить ссылку». Вставляем ссылку, протокол. Меняем на HTTPS. И ставим цель «Новое окно». Далее нажимаем «Ок». Теперь давайте я выделю жирным шрифтом призывы к действию. Ну и также давайте ссылочку тоже выделю жирным шрифтом. Соответственно, не забываем выбрать нашу тематику. Будет заработок. Ну, в моем случае может еще и инфобизнес, но я оставлю заработок. Давайте перейдем ниже. Видим, сразу у нас появилась ссылка. Будьте осторожны, если у вас домен кириллический, то есть он как у меня. Давайте покажу. Я partner.rf, то на данном сервисе у вас ссылки не будут отображаться. Вам нужно будет сократить их через сокращатель ссылок. Например, как я сделал это через сервис Google. Дальше, что я делаю, это выбираю страны. У меня 4 страны. Это Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. Здесь давайте изменю на Казахстан. Соответственно, после этого мы берем нашу ссылочку, копируем ее и добавляем данные поля. После этого не забываем поставить галочку «Засчитывать трафик только из указанных стран». Далее нажимаем «Создать». Все, как видим, письмо у нас успешно добавилось. Теперь мы можем переходить непосредственно к настройке рекламной кампании и поиску автора, который будет рассылать наше письмо. Для этого перейдем в раздел «Реклама». После нажимаем на кнопочку «Купить» и выбираем «Создать новую рекламную кампанию». Я выберу рекламную кампанию за клик, вы же можете выбрать за подписчика. Расценку поставлю 2,5. Теперь выберем количество кликов по нашей ссылке в рекламном письме. У меня будет 135, на мой полный бюджет 546 рублей. Как видим, рабочий бюджет у нас 337 рублей и полный бюджет 535 рублей. Рабочий бюджет у нас рассчитан как раз таки на 135 кликов. Но остальные деньги, как видим, 535, это на случай, если автор базы сделает больше кликов. И в таком случае мы ему будем оплачивать данные клики из дополнительного рекламного бюджета. Теперь нажимаем «Далее». Здесь нам нужно выбрать дату. Так, давайте посмотрим, какая у нас сегодня. 9 января. Я поставлю на завтра, на 10 января. И выберу время 18:00. Время на набор трафика оставим 2 суток. Теперь переходим «Далее». На этом шаге нам нужно выбрать письмо, которое мы будем рекламировать. Я выберу данное. Еще раз посмотрим, все ли у нас здесь в порядке. Как я вижу, все хорошо. Нажимаю «Далее». На этом шаге я изменю только возможность изменять письмо продавцом. И разрешу ему изменять до 10% письма. Здесь обязательно прочитайте, что написано. Далее нажимаем «Ознакомлен». После этого вы можете указать дополнительные рекламные условия, а также прочитать уведомление о рекламе оффера в CPA. То есть, если вы заказываете трафик с данного сайта на CPA-сеть, то читайте правила данной CPA-сети, так как многие CPA-сети запрещают использовать данный вид источника трафика, так как он не принадлежит лично вам. Я нажму «Закрыть» и здесь все, нажимаем «Создать». На этом шаге нам нужно оплатить нашу рекламную кампанию. Нажимаем на эту большую кнопочку. Я выберу сервис Infuse, так как на моем балансе присутствует достаточная сумма для данной рекламной кампании. Если у вас на балансе по нулям, то, соответственно, вы можете выбрать любой из представленных здесь способов оплаты. Нажимаем «Да». Все, после этого оплата у нас прошла успешно. Если спустимся ниже, то мы увидим продавцов рекламы, которые мы можем выбрать в автоматическом режиме. Но я буду ждать заявок, которые будут подавать сами продавцы рекламы. Если мы сейчас перейдем на вкладку «Покупатели», то увидим нашу заявочку. Ну и в принципе на этом все. Нам остается ждать заявок на продажу рекламы. Рекламную кампанию я заказал на завтра. Соответственно, сейчас я ставлю видео на паузу и продолжу запись завтра.
Итак, друзья, наступил новый день, нам поступило 8 заявочек, и напомню, что мы давали рекламу на 135 кликов по нашей рекламной ссылке. Давайте раскроем наш список заявок и посмотрим, с кем мы будем работать. Сейчас наша задача подтвердить продавца, с которым мы готовы работать. Если мы посмотрим, то увидим здесь несколько ячеечек. Первая – это информация о самом продавце, то есть его ID, комментарии. Можем прочитать комментарии, и важно читать комментарии перед тем, как выбирать, с кем работать. Если вам интересен процесс выбора продавца, то на моем канале данное видео есть. Давайте перейдем дальше. Вторая ячейка – это информация о базе. Если мы наведем, то увидим то количество подписчиков, которые в данной базе есть, в данном случае 16 тысяч, и среднее количество переходов. То, что нам интересно, это 200. Также следующее у нас дата отправки письма и количество кликов, которые готов дать продавец по нашей рекламной ссылке. То есть важно понимать, что это среднее количество. Может быть как больше, так и меньше. И в нашем случае здесь практически все готовы дать то количество, которое мы и заказывали. То есть 135 кликов. Но также видим несколько баз, которые готовы дать меньше. Видим 80 кликов и 32 клика. То есть мы можем еще работать с несколькими продавцами на тот бюджет, который у вас есть в данной рекламной кампании. Но так как здесь вторая рассылочка у нас push, она по сравнению с e-mail рассылкой является не очень конверсионной, поэтому мы работать с этими авторами не будем. 80 кликов мне мало, а с push рассылкой я работать не готов. Я уже выбрал того продавца, с которым буду работать. Это ID 4106, база 3 пятерки. У него 3400 подписчиков и среднее количество переходов 133. То есть примерно 4% конверсия в клик по ссылке в письме. Для того, чтобы подтвердить работу с данным продавцом, мне достаточно нажать вот на эту галочку «Принять заявку продавца». Мы на нее нажимаем и принимаем. Как видим, заявку мы оформили, и статус у нас «Заявка принята», ожидайте рассылки вашего письма продавцом. Остальные заявки мы можем посмотреть в архиве, нажав на кнопочку «Показать архив заявок». И также можем увидеть статус. В данном случае заявка была автодулена, так как количество доступных по рекламной кампании переходов стало слишком мало для этой базы. Ну и в принципе на этом процесс подачи заявки у нас завершен. Мы ожидаем рассылки нашего письма продавцом и после уже смотрим на результаты и оплачиваем или не оплачиваем. Ну а сейчас я ставлю видео на паузу и встретимся уже после того, как продавец рекламы отправит наше письмо по своей базе. Итак, друзья, рекламная кампания у нас прошла успешно. Все, что нам сейчас нужно, это оставить отзыв о данном продавце, чтобы завершить сделку. Но, как мы видим, у меня сейчас кабинет заблокирован как раз по этой же причине. У меня выходные были заняты, и я не мог зайти на инфус и подтвердить данную сделку. В течение 72 часов я не оставил отзыв данному продавцу. Так что будьте внимательны и вовремя оставляйте отзывы, чтобы завершать такие вот сделочки, чтобы ваш кабинет не заблокировали. Но это можно легко сделать, просто оставить отзыв прямо сейчас. Давайте это сделаем. Для того, чтобы завершить сделку, как сказал, нужно оставить отзыв. Для этого нажимаем вот на этот вот значок и, собственно, пишем наш отзыв. Я напишу, что сделка прошла успешно. И нажимаем «Отправить отзыв». С этой рекламной кампании я привлек к себе в базу плюс 31 подписчика. Обошлось мне это в 352 рубля. Давайте вот наведем на данную значок «i» и видим, что платные переходы были всего 141. И переходы, которые были мне бесплатные в количестве 24 штук по причине геонастройкам. То есть я указал Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. В общем, мы потратили 352 рубля на данную рекламную кампанию и 31 подписчик ко мне пришел. Давайте посчитаем, во сколько же мне обошелся один подписчик. Для этого я 352 поделю как раз таки на количество подписчиков, которые пришли ко мне в базу. И получается 11 рублей 35 копеек. Это очень хороший результат, при том, что средняя цена за подписчика сейчас в среднем стоит около 50 рублей. Ну и все, что нам сейчас нужно сделать, это отправить рекламу в архив. Для этого нажмем вот на этот вот значочек. И все оставшиеся деньги, которые у нас не израсходовались, как видим, это 147 рублей, отправятся к нам на баланс. Но если у вас сделка прошла
не очень успешный, допустим, продавец вам не дал тех кликов, которые вы заказывали, то вы можете оставить данную рекламную кампанию в заявках. То есть к вам еще придут продавцы, которые оставят свои заявки на работу с вами. Но я же сейчас отправлю рекламную кампанию в архив. Как видим, реклама успешно отправлена в архив, деньги перечислились на мой основной баланс. Ну и на этом, в принципе, все, друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Ссылочка на сервис будет в описании под видео. С вами был Евгений Назаров. Всем пока-пока.